Всем привет, дорогие друзья мои, подруги, с вами, как всегда, Алекс, и это мое убежище. Да, это третий день выживания мой, значит, я строился, очень много приходило туземцев сюда, о, привет. Да подожди, я уберу лук этот, я забыл, как убрать его, о, я убрал, убери топор, я убрал топор, все нормально, все хорошо. Приходи еще, приходи, подружимся. Вот, поставил сушилку, поставил вот там забор, потому что они оттуда постоянно нападали. Она постоянно в лагере, в принципе, ошивается. Постоянно все нормально. Постоянно хорошо. Мы с ней вот почти друзья. Почти друзья. Как дела? Вот она ходит спокойно себе. Абсолютно. Вот, у нее У появилось. То есть можно ей что-то дать. А что я дам? О, на. Пистолет. GPS-радар можно дать. И GPS-радар дам. Вот, теперь она мой друг, вот. А что ты пятишься? Все нормально. Вот, теперь она с пистолетом. Я, естественно, наверное, без пистолета, но... Да, есть модуль только какой-то, вот, крепление для пистолета. Так, теперь мне надо сделать парочку стрел. Перья у меня здесь есть. Палочек у меня здесь, конечно, нет. Палочки возьмем отсюда. У меня здесь есть палочки. Мне надо луковые стрелы. Очень сильно расходятся. Потому что некоторые приходят сюда, значит, не с миром. А прям жестко приходят. Так вот, делаем стрелы. У меня стрел здесь полно. Идем за едой. У меня еды, воды очень мало как. Вот, можно еще сделать интересно. Заполнено, все. Стрел у меня куча, быстрый доступ. Вот, надо камень убрать отсюда. Конечно, он мне, блин, просто... Просто череп, камень, вот этот вот. Она просто путает меня. Так, идем. Перья беру я вот здесь вот. Вот так вот построил я. Вон тут куча перьев. Еда у меня там находится. Если честно, чайки. Есть чайки. Их очень удобно топором рубить. Если я тебе встречу одну, я тебе покажу. Вам холодно. Но что же я сделаю? Броня из листьев у меня. Мою темную броню они раздолбали в прошлом видео. С тобой. Во, вот, ты слышишь? Ты слышишь? Вот сюда бежим. Бежим сюда. Вырубаем его. И... Ой, достаем печатную плату. И достаем, оно все здесь распавнится, в принципе. О, видишь, еды много. Еды много, а это значит, что мы можем сразу съесть один паёк и взять с собой еще один. Это гениально. По поводу копья писали. Сейчас мы... батарейки, кстати, есть. Вот. Мы покушали. Вот. И лекарство очень важно. Очень важно. В снегу ничего не видно. В снегу я начинаю тормозить. Вот, а у меня гости приходят теперь отсюда. Две гранаты, это очень понадобится. Сейчас пойдем изучать пещерки. Отдай. А, еще один паёк. Ну, я почти наелся, ладно. Давай съедим этот. Энергетика хватает у меня? Хватает, ну, чтобы взять. Палатка, палатка нам очень пригодится. Все, газовый этот я брать не могу. Чаек нету здесь, ну и хер с ними, мы пойдем быстренько. Чё ты там? Друг наш ходит с пистолетом, охраняет наш лагерь. Пойдем сохранимся и пойдем в пещерку. Привет, как дела? Чё там? Спасибо тебе. Алоэ вера нашла, ничего себе. А вот и чайка, смотри. Как делаем? Бежим. Она пытается взлетать, забираем перья. И лутаем чайку. Все просто. Все просто. Если ты в курсе, в теме выживания, ты должен уметь вот так вот делать. Вот. Сидит, смотри. Она начинает взлетать и не взлетает уже. Вот. Потому что взлетать ей очень трудно. Добываем еще мясо. Вешаем на сушилку. Не знаю, как оно с зимой посушится, не посушится. Понятия не имею просто. Вот. Наш друг в лагере. И это очень хорошо. Берем, подходим к сушилке. И
вешаем два кусочка. Вот, оно очень долго будет. Теперь быстро идем, сохраняемся. Идем за водичкой и идем на сигнал. У нас есть сигнал, давай тут сохранимся. Вот, отлично. Идем сюда, идем пьем. Еда, вода у нас будет сейчас, все нормально. Лук, стрелы есть, самое главное... А, копье. Давай сделаем копье сразу так. Не так. Не так. Берем палку. Берем изоленту, берем еще одну палку и берем ножик. Вот, ребята говорили, что изоленты, точнее, веревки то не надо. Веревки у меня вообще нету. Вот такой вот я фартовый. Вот оно, копье. Так, подожди, кроме копья берем GPS-трекер. Пьем водички. Ну и что ты не пьешь? Ты ж всегда пил здесь, алло. Блин, я не знаю, что с игрой. Ты попить можешь? Или ты покупаться хочешь? Вода же не замерзла. Вот надо найти точку, где он пьет, понимаешь? Он не может попить. Он не может попить. Так, может, копье уберу из рук. Вот, с топором он пил. О! Я нашел эту точку. Вот это непроработанный момент немного. Я нашел эту точку. Так постоянно. Так, все. Вам холодно. Меня вот та вот синенькая интересует. Вот эта вот синенькая и вот эта вот пещерка, естественно. Вот, пошли туда. Переходим. Да что ты плывешь тут не глубоко? Переходим и бежим. Я ее не облутывал вроде. Кельвину забыл сказать, чтобы он находился в лагере, чтобы он за мной не шастал. Толку от него никакого нету. Стамина у меня быстро заканчивается. Можно сделать еще энергетик. Как раз мне не хватало алоэ веры и прочих прелестей. Вот. Хотя на лагерь могут напасть, но я укрепил его как мог. Не знаю, есть ли у нее патроны на пистолет, но я его дал. В принципе, ты видишь, она ходит, охраняет. Это хорошо. Это прекрасно. Вот, по чуть-чуть отдыхаем. В руки возьмем здесь копье. Попробую им поработать. Попробую копье. Мне интересно, что на этой метке. Вот, пойдем, посмотрим. Карта огромная. Бежать далеко. Зимой двигается он вообще по-другому. Ребята, вчера настала у меня зима. Чтоб ты понял, да, я тебе хочу показать это. Вот такая зима. Двигается он совсем по-другому. Есть микролаги, которых раньше не было. Они появились. Прям попробовал я до записи видео сделать меньше графику, больше графику. Но на максимальной графике и на минимальной разница у меня вообще минимальная. Вообще нет. А микролаги и там есть. О, идет. Идут, ребят. Так, вы не в лагерь ко мне идете, сэр? А? Ушлепки. Чё? Так, ты в золотой маске. Блять, не ты. А я чё застрял здесь? Ляж, поотдыхай. Ух ты, ёб твоя. Стрелы отдай, все. Вот так и тратятся стрелы. Потом фармить их надо будет. Ладно. Пошли. Мне они не нужны. Абсолютно. Вам холодно и мокро. Постоянно холодно и мокро. И шанс сделать броню из оленя. То есть из шкуры оленя. Но оленей у меня было очень мало. По-любому эти в лагерь шли у шлепки, да? Так, мне надо вот сюда, вот, в принципе, высоко. Высоко. На быстрый доступ я не хочу ставить копье. Потому что оно не так уж и нужно мне. Вот, идем вверх. На вот эту вот фиолетовую метку. Я хочу все фиолетовые метки обыскать. Если ты помнишь, мне нужна лопата.
Мне нужна лопата. Очень сильно нужна лопата. И если что, сейчас на этой метке поставим палаточку. И пойдем дальше. Вот пещера одна, там другая. По этим пещерам пойдем. Белочка. Ну и хер с тобой. Вот, проще птичек ловить, добывать перья с них. Кусты эти, я ненавижу эти кусты. Так, почти дошли. Потому что здесь, в этих кустах, бывают вот эти вот недочеловеки. Вон он побежал, смотри, недочеловек. Но на самом деле очень опасные ребята. Я первый ударить нажал. Недочеловек. Это какие-то грязные труземцы, типа полуобезьяны, скорее всего. Вот, мы идем сюда, поднимаемся наверх. Тут уже пищит что-то. Бля, ну что за глюки у тебя, а? Он постоянно устает, потому что зимой стамины ровно половину. И прыгает в воздух просто, видишь? Туда, куда не может, просто в воздух прыгает. Так, почти пришли. Но здесь джунгли, ёлки-палки. Здесь просто джунгли. А я не люблю в джунглях ходить. В кустах сидят они. Очень агрессивные ребята. А тут одни кусты вообще. Просто жесть. Просто жесть. Одни кусты. Дай хоть на холмик выберусь, осмотрюсь. Вот эта синяя метка. Вот, начала пищать. Кельвин, говно вонючее, идет за мной. Вообще бесполезный просто. Так, пищит, пищит. Сильно пищит. Сильно пищит. А, вон. Вон лук лежит или что это? А, бутылочка, смотри. Веревка, наконец. Ух ты, бля. Внизу бегает. Ну, лук я не хочу. Очень стрёмно попадать, если в этих нормально. О, а там двое бегают. Так, пищит, значит, я не забрал GPS. Не, отсюда я не попаду в них, это точно. Чё здесь пищит? Чё ты здесь пищишь? Ой. Ага, что-то упало, что-то висело. Но пищит. Не знаю, ничего сделать не могу. Давай выберем копье и пойдем вниз. Что-то упало вниз. Да ёб твою, не надо мне быстрый доступ. Просто раз нажми. Оно когда пищит, я не знаю, я много каких-то процессов происходит. Прям подлагивает немножко. Сила качается. Да подожди ты, мне же спуститься надо. Ты видел, там обрыв какой-то. Вот, и зимой какие-то микрофрезы такие прям начались. Что-то много их здесь. Очень много. Мне надо открытая местность. Во. Тут чувак лежит. Я забрал, чтобы не пищало. Достало уже. А, их много-много-много здесь. Блядь, а ты ударишь. Почему ты так медленно бьешь? Посмотри, как он бьет. Убери нахер этот GPS. Вонючий. Как его выключить? Не хочу я его выбирать. Убери, говорю тебе. Он копье убрал. Бля. Меня это просто поражает.
То ли зимой он так медленно. Уроды, а? Опа, я что-то взял здесь. Ценное. Еще в снегу ни хера не видно. Так что, ребята, если у вас зима, лучше пересидите ее. Сдохни. Так, вам холодно и мокро. Мне надо на самом деле таблеточку съесть. Поставить сохранялочку здесь. Поставь, здесь ровная местность. Урод, посмотри, поставить не может. Копье взял в руки. Что-то дохера их здесь, реально. Очень дохера. Что, сзади еще кто-то есть? Так, достань палку. Вот это меню очень долго он делает. Очень долго прямо это меню крутится влево, вправо. Сохранимся. Выйдем. Возьмем копье опять. Сколько тебе надо, говно вонючее? Сколько ударов тебе? Не, я зимой больше не хочу играть. Сколько надо, а? Сумка с них выпала какая-то. Вот еще. Посмотрим, что в сумке потом. Я их открываю, не знаю, хватает, не хватает у меня. Так. Посмотри, я бью, блядь. Оно этим копьем просто не бьет. Просто не бьет. Иди сюда, говно вонючее такое. Это какие-то, я не знаю, неандертальцы просто. Выпей. Съешь паёк этот, чтобы уже нажрался просто. Съешь, да, выпей энергетика прям. Выпей. Прям выпей, чтобы стамина у тебя не заканчивалась, потому что это, блин, просто открыть. Что здесь в сумках у вас, ребята? Изолент. Часы. Часов просто море. Часов просто море. Вот эти кожаные сумки. Ну, деньги, короче, и камушек. И камушек можно из рук блин. Ой, как меня это раздражает-то, а? Иди сюда, твою мать. Я не знаю, почему зимой именно такая активность здесь. Конкретно. Чё ты? Кого ты бить собрался? Я к палатке подошел. Почему работает так криво, бля? Так, ладно, давай поспим. И пойдем в другую пещеру. Проснулись. Еще спим. О! Проснулись. Так. ХП вверх не идет, нихера. Палатку убрать могу я? А, вот тент. Тенты не видно. Мне надо вот к этой пещере... И здесь поставить теперь палатку. Я надеюсь, это утро или вечер, или что? Я же ночью проснулся. Наверное, это... По крайней мере, эти отвалили от меня. Потому что ты видишь. Лекарство выпей. Скушай. У нас все равно пайков много. Вот. А воды... Воды мы тебя найдем сейчас. Воды. Попьешь. Тут речка недалеко. Ой-ой-ой, блин, здесь они просто, я не знаю, кошмарят всех, наверное. Или только меня. Вот она, речка. А, с копьем ты, наверное, и не попьешь, да? Да, с копьем он не пьет. Надо, как говорится, взять топор в руки. Во, и тогда появилось. С копьем это баф какой-то. Почему с копьем я не могу напиться? Чистой водички. Вам холодно и мокро. У меня зимой постоянно холодно и мокро. Но с копьем играть лучше с луком, конечно. Ой-ой-ой.
Прибежали. Так, я пойду тудой. Кстати, зимой у них какая-то активность прямо очень сильная. У этих. Прям я не знаю, что с ними. Мне к пещере надо. Непонятно, где мой GPS. Я сюда поднимусь, да. Вот мой GPS в джибинях где-то просто. В джибинях. Пещера на пересечении трех речек. Это интересно. Значит, доберемся к речке. Ты посмотри, сколько этих недообезьян, да, много у меня здесь. А раньше они не такие агрессивные были, я тебе точно говорю. И зимой он не бьет так по конченному и не ходит так по конченному. У него и стамина, и что-то еще заканчивается. И очень медленный удар. И GPS я не понимаю. Ни на M, ни на G. Я не могу его от него избавиться. Разве что же зажигалку взять. Раньше, по-моему, работало. Я сбрасывал все с рук, убирал этот GPS вонючий. Очень трудно убрать. Это надо заходить в зажигалку, потом убирать. Зажигалка убирается у меня. GPS не убирается. Вау! Денюжки! Кожа. Ой, это лед. Здесь что-то видел у них. Так, здесь сразу надо поставить сохранялочку где-то. Здесь пусто. Вот, опять, смотри, я мышкой веду. Пока я доведу до этой херни, уже пройдет целая вечность. Пока я нажму И, оно через секунду нажмется. Вот, я нажал поставить палку. Он пока убрал GPS этот. Пока все это такое, я сохранился. Вот, ему холодно, прям холодно. Идем в пещеру. Согреемся. Что здесь у нас? Сейчас нам надают здесь звездюлей. Так, а у меня ж фонарик есть, но я пойду, наверное, зажигалочкой. У меня две батарейки. Батареек я много не находил. Поэтому сразу GPS убираем. Включаем. Вот так можно GPS убрать. Взять зажигалку в руки, понимаешь? А просто убрать его, он либо... Опа. А что это? Трос. А нет, это тряпка. Нет, но это трос. На нем можно ехать. Так, внизу что-то есть. Ой, бля. Два скелета. Баллон с воздухом. Подожди, так, баллон... Баллон с воздухом у меня. Опа, я сюда никуда не заберусь. Это интересно, конечно. А туда я никак не проберусь, получается. То другая пещера, ладно. Ладно, я понял, давай выйдем. Я здесь не был, если честно, в этой пещерке. Так, мне холодно, но это понятно. Холодно, брони, кстати, нету уже. С листьев броня ничего не защищает. Зараженных здесь этих нету. Сохранимся и пойдем дальше. Я не пойму, только утро или ночь. Игра сохранена. Да ёб твою налево, ты можешь? Вот, в снегу, смотри, пропала она, просто пропала. Так, возьми. Я один раз нажал. Я один раз нажал, возьми копье. Очень, как в замедленном кино, блин, игра работает. Так, GPS. Зажигалка теперь как раз не надо. Надо GPS. Увидеть. Кельвин идет сюда. Вот пещера есть. Вот туда надо, грубо говоря, вот. Правильно? Правильное направление, да, под горой. Мы проходим, вот, она прямо в горе. Я ее почти не увидел. Прямо в горе. Вот эту пещеру я тоже не исследовал. Дойдем туда, сохранимся. Добежим, если. Вот, усталости вроде нету, но я ж энергетик бахнул. Поспал. Почему GPS внизу где-то, непонятно у меня. Я иду. Возможно, это там... Бля. По-моему, там этот полуобезьян был.
Вон они сколько здесь бегают. Вы что, здесь охотитесь или что? Тихо. Так, где пещера? Я уже вот. Сюда надо. Их очень много здесь на самом деле. Я не знаю, как с ними справиться. Мне надо поставить здесь лагерь и отдохнуть. Вот она, пещера где. Прямо. Ну еще дофига идти. О, карта очень большая. Карта очень большая. А зимой двигается все очень плохо. Я вам серьезно говорю. Если будете играть зимой, лучше посидите в лагере. Посидите в лагере. Кстати, я отключил большинство теней на среднее. Возможно, поставлю на минимум. Палку возьмем. Чё ты? Мы в пещеру идем. Устал, он говорит. Ничего, GPS можно как-то на видное место, я не знаю. Перед лицом. Так, вот она. Пещера на озере. В замерзшем озере. Это, по-моему, здесь где-то. По-моему, здесь внизу замерзшее озеро. Я здесь ни разу не был. Да. Это здесь. Опа, так тут палатка есть. Опа, смотри, веревка еще одна. Палатка еще одна. Таблетосик. А, тут не надо делать палатку. Здесь можно уже в нормальной сохраниться. Понял? Здесь кто-то отдыхал. Забираем все. Очень много водки у меня. Так, а что, если я выпью одну? Типа, чтоб согреться. Объединить только могу. А употребить я не могу. Это очень большая недоработка, ребята. Нельзя так делать. Водка, она... Оно полезно в игре. Оно будет согревать тебя, понимаешь? Какой-то шлем. Вот минус, да, в снегу нихера не вижу я. Так, ну пещера красивая. И здесь сохраниться можем. Сохранимся. Так, озеро, естественно, замерзло. Здесь еще одна веревка. Нифига себе здесь веревок. Здесь сани. Консервы. Деньги. Снова. Давай я, наверное, сделаю... что с нее делается? Объединить коктейль Молотова, правильно? Мне надо вот это только. Объединить. Парочку сделаю коктейлей. Не надо никуда кидать. Ты чё, я хочу еще один коктейль сделать. Вот, имея пару коктейлей. Ой, ёб твою мать. Так, делаем. Выбрать-то не надо мне выбрать. Мне надо вот сюда. Вот, вот. Пару коктейлей сделал, поэтому эту я могу с собой забрать. Правильно? Правильно. Вот так оно работает. Вот так оно работает. Поэтому и там пойду заберу. Ценный ресурс, в принципе, я не знаю, чем... Вот, еще тряпка. Чем коктейль Молотова мне понадобится? Где-то здесь еще было, но ты видишь, в снегу ты просто не найдешь. Просто не найдешь. Так, мы сохранились. Мы можем еще возле пещеры сохраниться. Смотри, как удобно сделано, да? И взять себе топорик, так как мы сохранились, пойти сюда. Да, здесь целая экспедиция. Еще веревка. Тряпка, вижу, брат. Шлем. А что это, вся пещера, что ли? Да неужели? Еще бутылочка. Это какие-то наши ребята. Любят, понимают толк в напитках. Однозначно. Я не знаю, что делать в замерзшей пещере. Она замерзшая пещера. Пещера замерзшая.
Это замерзшая пещера, и здесь ничего нету. Даже войти сюда не могу. Очень интересно. Поэтому мы сохранимся. Включим GPS и посмотрим. У нас есть еще одна. А, еще одна пещера. Подожди, нет, это та, которая я пришел. Вот. Кельвин где? Так, подожди, я потерялся. Где наш дом? Наш дом вот там. Я здесь. Значит, вот в этих двух пещерах я не был. Правильно? Значит, пойдем туда. Вот, в той пещере я не был. В этой я был. Тут где Кельвин, правильно? Правильно. А вот в той я не был. Значит, идем туда. Все решено. Берем с собой. Я не знаю, когда зима закончится, видишь? Я сохраняюсь, сплю здесь, но перед зимой, кстати, логично предположить, есть осень, и она действительно есть. Там просто возле воды прямо пещера. Я там не был. Кельвин идет за мной. GPS-ик на лагере висит. Это GPS-ик нашей новой подружки. Ее как приручить, вот так, как я и написал. Нихера себе. Здесь очень высоко я забрался. О, мой лагерь отсюда видно. Так, где он? Вот там он, да. Вот то полянка, вот то наш лагерь. Плохо, что бинокль я не находил. Возможно, есть, возможно, нет. Так, но баллонки с кислородом нашел, значит, мы можем нырять. А нырять это главное здесь, наверное. Здесь под водой, я думаю, что-то скрыто. Если бы был какой-то секрет, я тебе честно говорю, я бы его оставил именно под водой. Так, здесь этих недочеловеков, по-моему, нету, да? Чем выше, тем лучше. Возможно. Возможно, я точно не знаю. Так, а вот так я пройду. Мне интересно, я по горам могу передвигаться? Мне проще по горам, чтобы не было этих недообезьян. Так, GPS. Вот, здесь три пещерки, видишь? А вот там мой лагерь. И вот это я не был, по-моему, да? Я хочу вот в эту попасть. Вот в эту попасть, потом вот в ту и в ту. Исследовать, так сказать, по максимуму. Ну, бежим в эту. Сегодня по максимуму я тебе зиму показал, пару пещер показал, фонарик показал. В общем, что-то для себя, конечно, я думаю, ты усвоил. Вот, если не смотрел прошлое видео, обязательно посмотри, там был акваланг. Темная жуткая броня, как она там называется, вот. И я понял, что мне надо лопата, потому что некоторые вещи закопаны, просто закопаны. Ой, погода хорошая какая, снежок. Че тебе холодно и мокро? Ветер дует, уже давно все высушил бы. Реально высушил бы. Мы идем в пещеру. Опять через лес этот сраный. Вот, одна пещера, другая пещера. Интересная пещерка. Чё ты устаешь? Я не могу понять. Чё тебе так плохо? Я потом Бэмби наловлю, сделаю тебе броню из жопы шкуры оленя. Будешь у меня самый толковый будешь. Еле от обезьян этих отбились-то, а. Вот, эта пещера тоже на озере, я чувствую. Я не помню, чтоб здесь я был. Я так думаю, здесь внизу она. Ага. Все правильно. Надо поставить сохранялочку где-то здесь. Вот здесь, допустим. Здесь нет сохранялочек. Все, лафа закончилась. Я на белом снегу не вижу, где можно ставить, где нет, понимаешь? Если тебе видно, ты напиши мне. Алекс, а я вижу. А я не вижу, просто не вижу, потому что белый снег. Вот, так, наше путешествие продолжается. День 12 уже, офигеть. Мы один день только прожили. Так, берем вот эту штуку. Нет, берем не эту штуку, берем топор, зажигалку в руки. Озеро замерзшее, там темно же. Вот, мы сохранились. Идем. Ой, идем посмотрим, что здесь у нас.
И кто здесь у нас? Это третья пещера уже под горой этой. О, ну здесь что-то жутковато прям сразу. Две веревки. Нифига себе, здесь территория веревок. А мне уже не лезет. Так, хорошо, что я с веревкой могу сделать? Это я не то нажал. Так, что я могу сделать? Так, изготовление. Дубинка могу сделать. У меня черепа есть? Да ёб твою налево то. Я ж правой кнопкой жму. Веревка. Давай, давай. Давай, направо, направо. Череп. Палка. Делаем дубинку. Во. Дубинка есть. Теперь я могу эту веревку взять. Я все это сделал ради... ради... Ну, я И нажал. Я не знаю. Я три раза жму И, он не берет копье, понимаешь? Ради того, чтобы забрать вот эту вот веревку. Опа. Библия прямо здесь. Так, я могу этим бить. Отлично. Может, рюкзак какой-то побольше найти? Я бы нашел, если... Еще одна веревка. Ну и что я могу еще с веревки сделать? Кроме дубинки. Костяная броня могу сделать. 4 кости. Блин, ну это-то как раз ништяк, только кости у меня все остались дома. Вот, что я могу сделать еще? Трос могу сделать. А вот это да. И что, вот мой наконечник. Так, ремонтный инструмент могу сделать. Вот, и палка нужна, да? Давай сделаем. Ну, пусть будет, все равно, что веревку вы зря. Я молоток сделал. Молоток сделал. Так, молоток пусть будет, я эту веревку просто сейчас заберу. Зажги, вот. Я забрал. Лучше пусть будут ремонтные инструменты, всякая фигня будет. Так, а что здесь, все? Нет, не все. Странная пещерка какая-то тоже. Опять веревка. Ну, я не знаю, что я могу с веревкой еще сделать. Так, плату объединить я могу во что? Мне нужна веревка это или не веревка нарисована. Плата C4. 5... Камушков или что? Что? 5 чего? 5 часов? Так я жму объединить, оно что? А, все, понял. 5 часов. Что еще надо мне? А, не, одни часы надо. 5 это что-то другого, вот написано, непонятно. Монеток, может. Возможно, это монетки нарисованы. 5 этих, плата, C4. Проволока могу. И вот это вот изолента или что? Да, изолента. Объединить. Я сделаю себе одну C4, пусть будет. Потому что этих предметов уже очень много. Вот. Выбирать не... Можно просто положить, не выбирать. Так, отлично. И веревку. А, я... это ж не веревка нужна была то, а... Ух, батарейки объединить можно с чем? Ого, бензопила. А бензопилу я не находил еще. Так. Бензопилу не находил. Консервный нож. Давай хоть одну консерву. Где-то я консервный нож нашел, походу. Сам не заметил. Кошачьи консервы. Давай сидим, очень интересно. Опа, пополнило, нормально. Нормально, кошачьими можно. Блин, ну вот очень хочется забрать веревку. Сюда я не пролезу. И уже и сделать то нечего с веревки. А потом она понадобится мне. Ну что-то какая-то пещерка бедненькая. Но по веревке очень богато, я очень доволен. Вот, пока батареек мало, будем экономить.
Будем экономить. Сюда я никуда больше не пройду, да? Вода бежит сюда, уходит. Но здесь, к сожалению, прохода нету. Поэтому пойдем в другие пещерки. Здесь вроде все залутали. Попить я здесь... Ага. Попить я могу только с топором. Или не могу здесь попить. Вот же вода. Нет, надо пофиксить вот эту вот херню, что я пить не могу так. Вот какой-то уголочек надо искать, чтобы попить. Это полная херня. Здесь воды просто тьма, блин. Почему он не может попить? Я не знаю. Это надо пофиксить однозначно. Так не должно быть. Я могу здесь напиться, а? А здесь лед уже, типа. Так, ладно, сохранимся. Сохранимся. Следующая у нас пещера. Ну, это только тен забрать. Палку я не заберу, так палка и не нужна. Так, следующая пещера у нас какая на очереди там? Давай GPS по новой. Давай, я и нажал только что, и инвентарь жму еще третий раз. Он открывает. Так, следующая у нас... Да вот вниз по реке есть, либо там. Вниз по реке прям. Ладно, давай вниз по реке тогда и отправимся. Вниз по реке отправимся. Надеюсь, я под лед не провалюсь. Я не знаю точно все механики здесь. Но зима здесь знатная, конечно. Зима знатная тут. Заодно попью просто. Я вот смотрю, тут водопад какой-то. Оу, нихера себе. Нифига себе. Так, я боюсь соскочить, потому что багульки разные есть. И оно к воде выходит. То есть я по воде, я домой могу дойти. По этой реке, вон мой дом. Но это очень далеко уже. Я забрел. Вот так сделаем. Пойдем. Где-то здесь есть пещера. Фига себе здесь высоко. Но высоко, но зато, возможно, смотри, здесь. Да здесь весь остров видно с этой точки. Прям. Прям очень хорошо. Так, я надеюсь, я здесь не буду багаться, падать и так далее и тому подобное. Я вроде... Очень так спускаюсь нормально, по-человечески. Ага, вот там пещерка где-то. Хорошо. Хорошо, ведь пещеры хоть полупустые, но с ресурсами все равно нужно было как-никак исследовать. Посмотрим вот эту вот. Похоже, она где-то здесь в скале. Опять кусты эти, ненавижу. Так, а я попить-то могу, а? Я за воду забыл. О, могу. Я попил. Так, давай попью, включим. О, сейчас с первого раза прям сработал. Прям странно. Так, попил. Но не спал еще. Мне надо вот здесь пещера по-любому. Здесь сразу поставить сохранялочку. Я не вижу, где оно. Работает, где не работает. О, последняя палка. Мне надо палки. Сейчас сохранимся. Сохраняемся. Сохраняемся. Второе сохранение. Это резервное такое. Берем топор и делаем палки. Вот, палки мне нужны. Это же стрелы мои, и все. Кусты мне здесь. Не нужны. Вот эти.
Однозначно. Возле моей палатки-то вообще не нужны. Так, еще раз сохраняемся, идем в пещеру. Палочек я взял. Берем зажигалку. Руки трусятся у него, а, от холода-то. Ну да, зимой выживать, это не весной тебе. А, здесь нет, я думал, тут деревяшки надо будет рубить сейчас. Опа! Залазим сюда. Вам холодно и мокро. Ну что, жизнь такая. Так, ресурсов я здесь не вижу. Опа. Опачки. Это чувак в минус 40 здесь. Опять веревки куча. Посмотри сколько. Когда я искал, когда она очень нужна была. Консервы. Блин, вот да, у кого есть напарник. Ну это, конечно, хорошо. Так, я не знаю, что с ней сделать можно еще. Да, блядь. Пожалуйста, игра. Трос можно сделать. Надо наконечник, либо костяная броня. В общем, и то мне очень-очень нужно. И костей у меня просто нет. Хоть бери, распаливай здесь костер. И ищи этих лучших людей. Так, и консерву я что, не могу, да? Да нет, мы консерву съедим, тем более там еда не полностью у меня. Бам-бам-бам-бам-бам. Кошачьи. Кошачьи. Съедим. Вот. И заберем вот эту вот. Еду выкидывать это, конечно. Так, что здесь у нас? Не, ребята, мне потом надо будет сюда прийти. И все вот это вот залутать. И все, да? И я сюда не пролезу. Никак. Вот такая вот пещерка. Вот такая вот пещерка. То есть ничего я дальше не пройду, да? Интересная пещерка. Очень интересная. Но мы много сделали сегодня. Мы приручили нашу мадам. Нашу мадам приручили. Вот, и много-много чего интересного произошло сегодня. Так что не забывай про свой лайк, драгоценный комментарий. Мы скоро очень продолжим. А сейчас я буду вынужден сходить в лагерь, оставить веревку, сделать костяную броню и встретиться с тобой уже на новом дне, дне четвертом. А это был третий день. Пока-пока. До скорого. Увидимся.